концертами, встречами со звездами. Дом Мешкова удивлять не стал. Дом Мешкова решил ностальгировать о любимом советском кино. Получает как бы дух этих фильмов, именно живое исполнение, не в записи, не в звучании фильма, а именно живым музыкантом на живой скрипке там или на другом инструменте. Это способствует именно атмосферному такому звучанию, что совсем по-другому и ощущается, и воспринимается.